Ну, вот так это выглядит в законченном исполнении. Все, у нас трубка идет в обход заливной пробки в нижний цилиндр. Также со второй стороны. Сверху в обход и в нижний цилиндр. А теперь нам остается сделать развязку по верху от переднего левого к переднему правому колесу и на тройничок. Это изогнуть вот такие вот трубочки. Также сделать на них переходнички и установить. Но это уже показывать не буду. Покажу, когда сделаю. Шланг трубки я сделал. Вот сделал подвод, видно. Здесь они проходят, крепятся на раме. Здесь соединяются тройничком. И также здесь вот подходит к шлангу. А здесь они уже уходят на регулятор. Завтра его установлю вот в этом месте. Сейчас ставлю короб аккумулятора и кронштейн воздушного фильтра. Вот этот корпус сюда, он держатель аккумулятора, и он же держатель корпуса воздушного, ну, самого воздушного фильтра. Наживляю и прикручиваю. Затянул. Теперь приготовлю болты. И устанавливаю радиатор с телевизором и диффузором. Скрутил. Я сейчас резиновые прокладки сделал. Затягиваю.
ставлю новые патрубки. Нижний патрубок фирмы Бермач BGH1127 или NRC3115. Пойду размочу его, бумагу смою. А верхний патрубок идет BGH1126. Нижний, ну не нижний, а другой номер 577-346. Тоже от Бермач приклеено. Хорошо не отрывается, поэтому отмываю, потом ставлю. Сразу хомуты одел. Так, это так затягивать. Это так затягивать. Нижний патрубок одел, одеваю верхний патрубок. Так, а он что-то длинный. А он не длинный, он должен быть вот так вот. Так, это сюда, это сюда. И все, затягиваю хомуты. И вот эту часть диффузора я снял, ее тоже на место поставлю. Диффузор поставил, сейчас ставлю масляный фильтр, вернее масляный, он воздушный, но он масляный. Вот ванна нижняя, налил масло, устанавливаю ее вниз и ставлю сверху. Фильтр. Фильтр здесь идет сетчатый, наполнение вот такого. Здесь элемента самого нету, еще старая система. И закручиваю болт. Затянул фильтр. А ванночку, здесь 75-й аккумулятор стоит. Ванночку я такую не нашел резиновую, взял под 60-й. Такая ее просто поставлю. А потом по необходимости, когда аккумулятор возьму, края подрежу, чтобы он стоял на резине, а не на металле. Ну, вот так это будет выглядеть. Ну и также беру новый патрубок воздуховода. Так, пришел Land Rover Limit. А, есть здесь номер. Тоже фирмы Бермач. BR1608 или 517-903. Второй номер. Такая гофра. Гофру поставил, затягиваю хомуты. Там я хомут затянул. Хомуты взял размером 60 на 80.
И теперь уже опять затягиваю и прикручиваю воздушный фильтр. Потихоньку, но что-то получается из всего этого красивое. Теперь поставлю массу с рамы на стартер с одной стороны и с другой стороны что-нибудь придумаю. Или на коробку брошу. Еще краску. Сдираю немножко краски, чтобы контакт был. Все, пятно почистил. Шайба. Все, масса у нас стоит. И также сейчас посмотрю, где на коробке еще поставлю вторую. А вторую массу поставлю с этой стороны. Сюда. И сюда, наверное. Или вниз. Так, лучше вниз брошу. Здесь также зачищаю краску. Все, зачистил пятачок, снизу выкрутил болт, шпильку, наживляю. И прикручиваю здесь.
все, массу кинул. Вот это у нас бензопровод идет, чтоб он не перетирался. Я его хомутиком подтяну. Прижат. Так, масса у нас теперь хорошая. Ставлю трос спидометра